Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами научимся изменять форму поиска для сайта, которую вы видели на страничке сайта webboss.com. Изменять эту форму под внешний вид вашего сайта. Так, я думаю, вы скачали уже архив с этой странички. Распаковав ее, вы получаете такую папочку. Открываем, и здесь находится всего лишь один HTML файл и два изображения, которые этот файл использует. Давайте откроем код. Так, и посмотрим, что мы здесь можем изменить. Так, ну сначала тут идут стили. Давайте к ним потом возвратимся. Так, и посмотрим, из чего у нас состоит эта форма поиска. Так, как вы видите, три формы поиска отвечают за три блока отвечают за три формы. Этот блок отвечает за темную форму поиска. Этот за светлую. И третий за темную, переходящую в светлую. Так, хорошо. Единственное здесь, что вы будете изменять, это вот название, которое здесь, которое пишется. Давайте откроем формы наши. Вот эти названия, которые вот прописываются в начале. Ищу, искать, найти. То есть мы можем убрать эти вообще названия, чтобы не писалось ничего. Допустим, вот так. Обновляем. Как видите, у нас никакого слова в начале нет. Или можем же прописать другое слово. Допустим, поиск. Ну, любое слово. Или английским. Go. Go. Сохраняем. Обновляем. Как видите, поиск. Go. При нажатии эти слова исчезают. Так, это понятно. Так. Теперь вернемся к стилям. Я подписал для вас, какой стиль отвечает за какую форму. Так, вот эти стили отвечают за темную форму. Далее пошла у нас светлая форма. Стили светлой формы и темно-светлые. Так, это мы разобрались. Так, теперь на примере одной формы. На примере стиля этой формы темной. Мы разберемся, что я вам предлагаю здесь изменить. Во-первых, как видим, здесь применяются изображения, вот такие маленькие лупы. То есть вы можете сюда подставить любое свое изображение или вообще убрать его. Давайте, допустим, уберем. Сохраним, обновим. Как видите, у нас изображение пропало. Если вы хотите сместить начало текста к ближе сюда к началу, то для этого вам нужно убрать вот это значение, вот этот отступ. Если мы его уберем, сохраним, обновим, и вот что мы получим. То есть вот такая будет форма. Так, давайте вернем все назад. Так, теперь давайте изменим изображение. Допустим, мы изменю. У нас применяется в первой форме такое изображение. А мы давайте применим вот такое светлое. Не будем искать сейчас другие изображения.
Так, это за изображение называется Search White. Сохраняем. Смотрим. Все, у нас вот, как видите, светлое изображение. Вернем обратно. Сохраним, обновим. И изображение поменялось. Так, далее, что мы можем далее изменить? Шрифт текста мы можем изменить. Допустим, поставим 20. Обновляем. Видите, шрифт у нас увеличивается. Соответственно, и форма встает сама как бы потолще. Ну, для этого, на мой взгляд, такая форма не особо актуальна. Да и если менять шрифт, то нужно изображение поменять. Так, возвращаем обратно на 12 шрифт и можем изменить цвет текста. Допустим, я изменю на красный. Обновляем, и тогда текст в форме поиска будет писаться красным. Так, понятно. Возвращаем обратно. Изначальная ширина, вернее, длина формы. Допустим, у нас вот эта длина. Длина 150 пикселей формы. Мы хотим сделать чуть-чуть поменьше. Допустим, 100. Давайте поставим 100 пикселей. Сохраним. Обновим. И форма стала чуть меньше. Соответственно, можем изменить ее и, ну, я знаю, и до 25 даже. Тут уже некрасиво, но при нажатии увеличиваться она, соответственно, будет до указанной длины. Эту длину мы тоже можем с вами изменять, эту длину, на которую форма будет увеличиваться. Кстати, если убрать здесь слово поиск, то будет смотреться, я думаю, неплохо. Давайте попробуем это сделать. Вот. Видно, что здесь форма поиска, но при вводе текстов окошко увеличивается и можно набирать что угодно. Далее. Так, давайте назад вернем 150 пикселей. Так, отступы я вам показывал уже. Далее, мы, как мы видим, у нас формы имеют округленные углы. Вон мы видим, вот здесь форма имеет круглый вид. Радиус округления мы тоже можем изменить, изменив вот это значение. Допустим, мы хотим вообще ее округлить до 40 пикселей. Но это значение мы должны менять вот здесь, в трех местах. Вот здесь. Раз, два, три. Для чего это? Для того, чтобы радиус округления этот отображался во всех браузерах, которые поддерживают такую функцию. Так, обновим. Ага. Мы, наверное, не сохранили. Нет, сохранили. Так, ну у нас просто мы форму, я так понял, уже больше не можем. Некуда больше округлять. Давайте мы
вернем до 20 пикселей, да, и сделаем менее закругленные углы. Допустим, по 10 пикселей поставим. По 10. Обновим. Обновляем. Вот, как мы видим, форма у нас имеет менее закругленные углы. Так, ну я думаю, понятно. Так, ну, вот эти значения я вам не советую в них копаться. Пусть остаются так, как есть. Так, и рассмотрим последнее значение. Это вот эта ширина. Это ширина, на которую увеличивается наше окно поиска. Вот на эту ширину. Как видите, она здесь стоит 200 пикселей. То есть сама изначальная ширина 150 и медленно увеличится до 200. Соответственно, мы можем эту размер увеличить. Допустим, 400. Обновим. И, как видите, форма увеличивается до 400. Так, вернем обратно. Ну, все, я вам показал все, что нужно. В каждом другом стиле, другой формы. Те же самые настройки, вы также их можете изменить. Все, спасибо за внимание. До свидания.